А Георгий Гречка очень любил джазовую музыку. И всегда, когда... Вы зря уходите сейчас, ребята, вы сейчас пожалеете. И всегда, когда он приезжал в Ленинград, он посещал джазовый клуб на Загородном 27, и он очень любил ленинградский диссидент, который знают во всем мире. А его руководитель, заслуженный артист нашей России, Олег Кувайцев. Дорогие друзья, я думаю, что поаплодируйте человеку Александру Басянскому. Он, конечно, немножко моложе, чем Китайская стена, но, тем не менее, скоро будет ему 90 лет, дорогие друзья.